Здравствуйте, добрый день. Я Ковчук Константин. Нахожусь на спецтренинге номер 5 Супер МЛМ. Хочу вам показать обстановку, как работают люди в 21 веке, зарабатывают деньги и просто можете понаблюдать за тем, что тут происходит. Есть у нас два зала. Это первый. Вот молодой парень, студент, делает бизнес, сидя за компьютером. Ну давай включи экран, посмотрим. Зарабатывают женщины, зарабатывают девушки, все желающие, кто хочет реально преуспеть в этой жизни. Это был первый зал. Есть у нас и второй зал, можете понаблюдать. Тут тоже работа кипит полным ходом. Тут большее количество людей. Вот мой вышестоящий спонсор. Человек с Харькова работает. Вот люди с Молдавии. Очень хорошие ребята. Тут тоже работа кипит. Вот так делается бизнес в интернете. Все реально в наше время. Вот, сидя за компьютером, можно пить кофе 20 лет и делать бизнес, так как делает эта девушка. Все друг другу помогают, делаем общее дело, делимся опытом и преуспеваем. Да, что у нас тут? Будь здоров. Вот так вот делается бизнес. По-крупному. Так кипит у нас рабочий процесс. Все движется, бизнес строится, люди подключаются, люди зарабатывают. Вот результаты за 8 дней, как вы видите, наблюдаете. Команда белых, команда красных, 120 человек, из них принимают в районе 100 человек участие в этих двух командах. Человек делится своим впечатлением о том, что у него происходит. Даже на улице можно делать, с любой точки мира делается этот бизнес. Имея доступ к интернету, компьютер, знания, можно в этой жизни преуспеть. Знания. Элементарное знание. Что вы можете сказать об этом бизнесе? В этом бизнесе может заработать каждый, кто проломает свою лень, зайдет на тест-драйв и разберется, и поверит. Большая проблема в том, что люди просто-напросто не верят, что все может быть так просто. Все, спасибо за ваш результат. Давай прямо сейчас пехотку выложишь, да, сейчас? Короче, возьми сейчас фотку. Так что да, это была краткая информация. Это буквально, видите, заняло пару минут. Ну, мы так работаем с таким успехом на этом спецтренинге уже шестой день. Я могу сказать и свои как бы впечатления, свои понимания о том, что этот бизнес можно сделать любому человеку. Главное сделать правильные действия, иметь правильное мышление, правильный ум, разум и
слушать тех людей, которые достигают успехов. То есть многие в это не верят и считают, что это все неправда. Ну, я могу сказать, что это все правда, так как, судя по развитию этого бизнеса, есть успех у каждого человека. Каждый заработает и зарабатывает уже на сегодняшний день здесь деньги. Кто большие, кто маленькие. Ну, возможность преуспеть здесь. Так что я вам советую не терять время, вникнуть в информацию и попробовать разобраться в том, что есть такая возможность, которая помогает менять жизнь к лучшему, помогает защищать окружающую среду, чтобы она была прекрасной, был чистый воздух, прекрасный результат. Вот можете посмотреть. Чего хочет природа? Она хочет первозданности, такой, какая она была изначально. И также наша компания помогает экономить топливо и защищать двигатели автомобиля и наше здоровье. Так что, люди, все в этой жизни не случайно. И есть возможность, есть интернет, и есть рабочий продукт, на котором можно делать деньги. Есть эта золотая жила, только стоит приобрести лопату. Это готовый бизнес. И с помощью этой лопаты можно выкопать большое-большое богатство. Я желаю вам удачи.